this spot will be now daisy. In the case we spot all times, we build a home and live there until we go to silent place. But first we need to be an owl for open road to paradise. И всем привет! С вами я, Слепой Пью. И ТС-46. И как раз, как всегда, одинаковое начало, и, в общем, и мы продолжаем. Чем ты выкинул паучий глаз? А зачем он нам нужен? Действительно. Мы вернулись из... Ой, ё, меня отключит. Ай, все, отпустил. Мы вернулись из ненастоящего ада. И это был реально ад. У нас пердаки горели пуще прежнего. Это просто... Где все дерево, блин? Потратили. Не дерево. Мне доски нужны. Какого черта досок нет? Ну, потому что мы их все потратили. Блин, нам сундук нужен. Нужен. Сундук. Понимаешь? Сюн и дук. О, еще есть доски, фух. Смотрите, что мы нашли. Ты кому показываешь? Ты же не моим тоже показываешь. Платина. Топаз, перидот, куча железа, мифрил, орехарик, атларус. Мы дохера рут нашли. Ребята, кто не смотрел прошлую часть, обязательно посмотрите. Потому что эта серия была вообще эпик на эпике. Там просто вот стоял эпик, а на нем эпик. А на этом эпике еще один эпик. И вот так вот получилась вся серия. Докаж? Не буду ничего говорить. Ну почему? Разве не так? Не знаю. Я со мной не согласен. Ну, просто у меня довольно часто такие похожие походы, но то, что мы набрали много рут, это я не знаю. Ну блин, у меня же не часто такое бывает. Ну мог бы сказать, да, типа. Извини, я ж по себе сужу. Ах, ну да. Я сейчас все тогда руды и все пыли перенесу вниз, как думаешь? Да. Лучше вот так мы сделаем. Да. Как раз у нас сейчас будет серия передышка. Я сейчас как. Есть такой термин? Сейчас только я забыл его. На языке вертится. Как же это называется? Когда переводят дух. Отдых. Перевести дух. Нет, это что-то другое было. Ну ладно, не важно. Ась. Чего? Что ты сказал? Я чихнул. Ну, в смысле, кашлянул. А. Прокашлялся. Как еще это назвать? Так, я все, в принципе, руды перебрал. Кстати, нет, ладно, я забыл, что хотел сказать. У нас всего два адамантия, да? Почему? У нас железо дохер. У нас ресурсы! Слушай, дядя Паша! Шо? Можно я скрафчу ботиночки? Нам обоим. Обоим. И обои тоже. Обои не надо. И Сережа тоже. Давай сюда все слитки, всю эту... Все сюда клади. Сейчас, подожди. Firework? Ой, точно. Fireworks. Сейчас, секунду. Я не помню, как крафтятся ботинки. Обсидиан, алмазы, железо. Я вообще не знал. А, теперь знаю. Куда что? А, скидывать, да? Ну так, во. А, вот еще. А, мне железо нужно. Слушай, хорошо, что мы обсидиан накопали. Слушай, вообще так это... Четко. Кстати, ты будешь из лука стрелять? В принципе, мы можем оба лук сделать. Ух ты, это на что он зачарован-то? На Power 1, я его выбил из этого, из скелета. Мы из него стрелять вообще туда не будем. Почему? Это ж такой раритет, ему место на священной полке. Окей. Мы не будем из него стрелять. Стрелы возьми еще. А нафига мне стрелы? Не знаю. О, еще сундуки пойду поставлю. А, нет, я же хотел на хоппер. Окей. Ой, ну нафиг, а? Ферма и так работает с этими курицами. А сундуками у нас не хватает. А хопперы уже не раскрафтить. Ну и хрен с ним. Ладно. Так уж и быть. Или напротив поставим, как ты любишь это делать, по твоему летсплею я видел. Можно и так. Эй, черт.
промазал. Просто я видел. Тогда, если по-моему летсплей, то тут должны быть слитки и пыль, а тут всякие драгоценности, алмазы, редстоун. Так, давай, значит, я вот так сделаю. И уголь тоже. Руды тут мы оставим. Все. А для руд у меня еще один сундук там был вообще. Ой, можешь еду забрать? Ой, фикила. Вот так пусть будет. А иду я сейчас. А вот тут вся руда будет. А, ну можно и так, в принципе. Не нравится? Не, пока ресурсов немного, можно и так. Так, немного? О, слушай, а топаз, что из него сделать можно? Вау! Да-да. Слушай, айронстоун только можно добыть в этом, да? В краю только есть пойти? Да. Блин. Печально. But recipe is hard. And the star and enderstone. Ладно. Так, так, я пошел крафтить, пойдешь со мной? Смысл? Ну, пойду. Стоп. Блин, одного алмаза не хватает. На ботинке. Как одного? Вот так вот, у нас 7 алмазов, а не 8. А все потому, что кому-то приперло сделать стол зачарований. Я обиделся. Ну, ты, получается, будешь с двумя ботинками, а я с одним. А с одним нельзя. Тогда ботинки мои. Ладно. Или нет? Ну ладно, ладно, иди сюда. Нет, слушай, ботинки у нас, получается, только у одного будут. Все, бери. Давай, чтобы было справедливо, не будем пользоваться ими, пока не появится у второго. Ладно. Ну, короче, мы выполнили почти эту ачивку, я так понимаю, да? Да, нам нужно две штуки таких. Я думаю, мы без записи уже найдем этот алмаз. Нет. А вдруг эпик будет опять, как в прошлый раз? Portal Gun. А, слушай, а тут написано Gravity Boots. А, пара, точно, блин. Что я это не так прервел, ладно. Вообще. Стальные дробилки — это вещь, так быстро все делается. А ты куда положил ботинок? А там это в одиночный сундук. А? В одиночный сундук. А, все, понял. Хорошо. Так, спускаюсь я, иду, закрываю эту дверцу. Так, я пока латунь переплавлю. Ой, это не сюда. Блин, вот надо же так, одного алмаза не хватает. Слушай, а какие у нас смелтеры идут дальше? Смелтеры? Или, да. Или ты имеешь в виду абстракторы? Не, первый смелтер какой? Игнатиус. Да? Игнатий. Потом идет Shadow Iron, потом Shadow Steel, потом Инлашит, по-моему. Блин, ну это печально. Потом... Стоп, а, ну я имею в виду печки, ты понял, да, апгрейдить? А, печки? Печки... А стоп, а чем печки и смелтеры отличаются? Смелтер это работает только на лаве. И очень быстро все плавит. А, тогда нам не надо. Стоп. Да, действительно, зачем это? Но смелт у нас есть ачивка, по-моему, сделать. Да? По-моему, только из абстрактора. Ой, по-моему, сингюнитовый смелтер мы... Да-да, ну мы его сделаем. Да. Не сейчас, а... Давай сейчас копер, бронза... Приготовь, пожалуйста, 16 копера, 16 бронзы, 16 железа и 16 стила. Если не сложно. Подожди, как я тебе стил приготовлю? Ну, скрафти. Как бы. Слитки железа у нас есть, если что. Нам нужны не слитки, нам нужна пыль марганца. Я понимаю, а слитки там нужны же для железной печки. Это понятно. Поэтому сейчас я буду дробить марганец. Так, 10 штук нам надо, да? Кстати, давай сделаем себе по 2 тартаритовых... По 2 пыли вот себе вот. Атларус и адамантий. 2 штуки, мне 2 штуки. И что мы меч сделаем? Просто хотя бы сделаем тартарит. Тыщ. Еее. 8 штук, как в прошлый раз. И у нас угля, кстати, очень много. Давай плавить. О. О, брас. А, ты сюда положил, хорошо? Да. А что нам сундуки улучшать надо же? Ах, ну да. Так, смотри, я тебе железо даю. Так, что там еще нужно, получается? Медь нужна. Furnace.
Так, медь, бронза. Бронза, помнишь, как где? Медь и олово. О, у нас 12 бронзы, супер. Чуть-чуть не хватает, правда. У нас две печки, да? У нас вот бронза. Так, тин ты уже взял, да? Нет. Так, это получается, нам нужен один тин всего. Ой, один тин. Стоп, а пыль и тины есть? Ху, у нас пыль, тин этот, пыль есть. Олово. Да, олово. Блин, забыл, извини. Так, атларус, Аурикалис. Арикальц. Арихальк. Арихальк, да. Вот арихальк давай сразу раздробим, кстати говоря. Угу. Нет, так, потом. Я сейчас скажу, сегодня у нас, получается, серия будет такая немножко образовательная, я в том плане, что организованная та же, и вот что-то вот в таком плане, потому да. Что мы будем очень много сейчас крафтить. Мы будем это делать, взаимодействовать с тем, что мы добыли. Да, да. Вот правильное слово сказал. Так, топоры починил. Хорошее место мы для житья вымыли, тихое, спокойное. А. И сейчас такие зомби повылезают, такие. Брейд. Блин, всего 6 кожи у нас, не хватает ее? Блин, мне 2 кожи не хватает. Пойду коробку. Может быть, не надо ночью? Да не, я. Да поспим. Нет, а. Не... Да тут коробка недалеко. Все, как бы кожа есть. Одна? Нет, 8. Для бэкпака. Понимаешь, тут все так и задумано. Кстати, мы потом еще в нашем домике сделаем нормальное освещение из ламп Библиокрафта. Они очень красивые. Стоп, подожди, а я смогу сделать биг бэкпак сейчас? Нет. Уже 16 кожи. Почему 16? Потому что. Ну ладно. Одна улучшенная кожа. О, а может быть сделать... А, нет, не буду делать все. Ты хочешь сделать этот... Я синий рюкзак. А, не, ладно, пофиг. Все, бэкпак готов. Сейчас я его переименую. Какие же классные стальные дробилки, а? Так, как мне его назвать? Ты его будешь называть? Да. Слепой Пьюс Став. Как там? Став ФФ, да? Да. Окей. Okay. Если что, если тебе попадет этот бэкпак, то ты будешь знать. Вот такой вот я. Неожиданный. Так, что ты замолчал-то? Я сам переименовываю рюкзак. Вот, если вырется вот этот рюкзак. А то... как ты свой рюкзак называл? А вот сейчас. Вот сейчас подойди и посмотри, как я его назвал. А вот смотри. Я здесь, наверху. Ёп. Вот, посмотри, мой сундук. Ой, в смысле, это. Окей. Черная дыра. Я люблю все мрачное и страшное. Ну, вот, стоп, черная дыра или другая черная дыра? Какая именно? Нет, просто черная дыра, которая, которая все... которая в космосе или... Да. Все, у меня теперь синий бэкпак. А у тебя есть где-то спрутовый краситель? Спрутовый? Да. Были, были. Сейчас принесу. Давай сюда. Помнишь, я же спрутов тебе убивал? Ну да, я помню, вдруг ты выкинул их, типа нафиг не нужны. 3 штучки. Одного давай. А, помнишь, ты себя во втором сезоне искал черный краситель? А, ты смотрел это, да? Конечно, блин. Говорил же смотреть, я и смотрел. Я говорил первую смотреть, она поинтереснее. Ну, а ты помнишь, как я выкрутился из этой ситуации? Да вообще, бэкпак черный взял. Видишь, я тебя по лбу как... Не, по спине ударил, как красавчика. Не, я думал, все, надежда потеряна. Так нет, в жопу потерю-то. И вон как выкрутился вообще. Угу. О, тартарит! Ой, тартарит! Как мы теперь распорядимся? Каждому 4 штучки, да? Че, кирка и лопата, что ли? Нет, там-то и дело, что ли. Блин, 8 неудобное число. Да, соглашусь. Так, о, шея затекла чуть-чуть. О, нормально. Так, сколько мы уже записываем? 15 минут. Нормально. Нормально. Так, сюда переложим. Блин, а у меня палок, по-моему, нет. А, вот, доски есть. Так. Так, что сделаем? Не знаю, смотри, так-то. Кирки у нас есть орехальковые, сейчас будут новые. То есть руды мы себе добыть сможем. То есть кирку тартариты делать пока что вообще как-то не резон. Так, смотри.
у нас большой уровень. Может быть, имеет смысл сделать два меча тартаритовых и хорошенько их зачаровать? Я тоже так думаю. Но для этого нужно хорошее зачарование. Ну, делать тартаритовые мечи, да? Мне кажется, это самое рациональное будет. Все, что... я их уже поставил в крафте, все, забирать? Да. Точно? Ну а чё? Все. О, как давно я тебя не видел, друг мой. Ты на него, небось, уже насмотрелся в моем летсплее. Прикольный меч. Так, а этот тартарит... Так, получается, это мы выкапываем. Надо взять очень много досок. А кожу ты где возьмешь? О, придумал. Так, давай поспим сейчас. Давай. Так, значит. Мы с тобой дебилы. Почему? Мы могли сделать тартаритовый абстрактор. Если бы у нас было еще чуть больше адамантия, мы бы полностью завершили эту цепочку сейчас. Ну ладно. Почему он не раскрафчивается? Это нечестно. Стоп, а если из сумеречного леса анкрафтик тейбл бы сработал, да? Он бы сработал. Пойду тростник соберу, нам же бумага все-таки нужна. И кожа. Вот, смотри, а там в ферме... Слушай, а перенести зачарование только как можно? А вот, не знаю, в этой версии помощи никак нельзя. Ни до крафта, ни переносить зачарование. Ой, то есть... Стоп, подожди, а можно же... Стоп. Че, да. Реально никак? На нашей ферме сидит скелет. Где? Я, пожалуй, воспользуюсь призовым луком, чтобы его снять оттуда. А, ну хорошо. Как бы еще стрелы не помешают. Так, как забраться-то? А вот. Так, ты тут? Да. Так. Пойду коров поразмножаю и поубиваю. Так, а мы хотели сделать стальные печки и выполнить еще одну ачивку. Конечно. Так, блин. Печек у нас сколько? 3, 2? Чего? Печек у нас сколько будет? 3 штуки или 2? Печек 2 пока. А че? Может нафиг 2, может лучше 3? Давай 3. А верстак двойной тут... Мне кажется, не нужен. Ну... Не так уж много мы используем этот... Как вот. Его? Extended Workbench. Угу. А жалко. Ладно, пойду пока коров поразмножаю и поубиваю. Да. Так, заодно из них выпадет это мясо. Мясо. Еды у нас много, кстати. Да, согласен. О, а чуть яичный сэндвич можно сделать, кстати? А? Или яичный сэндвич они убрали? Не, яичный сэндвич нельзя. По-моему, яичницу тоже нельзя теперь делать. Блин, так... Слушай! Из лошадей ведь тоже кожа падает. Пойду лошадей поубиваю. А, не, можно. А? Из яйца можно делать яичницу. Чего? Блин, правда, сейчас на меня все мои подписчики будут сейчас презренно смотреть, то что я лошадей убиваю. Действительно. Нет, ну нам кожа нужна. А эти лошади, они дикие. Они нас убивать будут. Чувак, я тебя даже ни разу не осуждаю. Ты начинаешь. Я просто вспомнил, что мы можем делать себе еще два рецепта. Для этого? Для еды, да. А, для еды? И яичница, и сэндвич из яичницы. Круто. Яичный сэндвич? Что? Ну, так вот. Какого черта? У тебя пшеница яичный. Есть? Пшеницы нет, но можешь собрать. Значит, этим и займусь. Так, коровы или кони? Коровы или кони? Кони или коровы? Кони, коровы, где? Ну все, они теперь все сбежали куда-то, супер. А, нет, вон коняшки. Коняшки! Так, сколько мы уже пишем? По-моему, пора заканчивать, 20 минут. О, черт. Ладно. Заканчивать так заканчивать. Так, 4 кожи. Ну, действительно, я думаю, на этом мы закончим. С вами был я, Слепой Пью. И Тесса 46.
Также не забудьте подписаться на наши YouTube каналы. Да. Вроде правильно сказал, ладно. Правильно. Хорошо. Ставить большие пальцы вверх, писать положительные комментарии. И все, всем пока-пока. До свидания.